Решил приготовить творожный торт. Поехали. Расчет ингредиентов идет на форму 28 см. Просеиваю 450 грамм муки, обваливаю 300 грамм сливочного масла в муке и натираю на крупной терке. И растираю масло с мукой в крошку. Добавляю чайную ложку с горкой разрыхлителя теста, 150 грамм сахара и 2 яйца. Перемешиваю, кладу в пакет и убираю в холодильник на полчаса. 600 грамм творога, добавляю немного ванилина, 100 грамм сахара, 100 грамм сметаны, 2 яйца и все перемешиваю. Перетираю полученную смесь через сито и еще раз перемешиваю. В смазанную маслом форму раскладываю тесто и формирую бортики. Заливаю творог и ставлю в духовку на полчаса. Измельчаю одно киви, остальные нарезаю кружочками. И также решил нарезать пару слив. В 400 мл воды добавляю измельченное киви, 3 столовых ложки сахара и процеживаю через сито. Заливаю обратно и добавляю 20 грамм агар-агара и довожу до кипения. Даю немного остыть и заливаю им торт.